Игорь, ваши ожидания от предстоящего матча, учитывая, что в Кишиневе мы проиграли, поэтому нужно как-то, наверное, по-особенному их и настраивать, и, может быть, для соперника что-то придумывать. Может, придумали что-то? Ну, я думаю, что настраивать нет смысла. Наверное, у ребят есть и ответственность, и понимание, что сюда мы приехали только за победу. И что немаловажно, это нужно забивать только 2 мяча. То есть мы приехали сюда за победой, играть на атаку и забивать 2 мяча минимум. Мы обязаны это сделать, иначе не проходим. Наш аргумент сейчас, это, наверное, мотивация. Еще что? Еще чего мы можем все-таки у них выиграть? Ну, вообще-то мотивация, она должна быть всегда. Характер, он должен быть всегда. Ну и прежде всего за счет игры. В первую очередь ставится игра. Скажите, ну и подкрепляется. Я не буду сейчас спрашивать о тактических схемах, о там, но наверняка вы какой-то, может быть, не знаю, сюрприз какой-то готовите неприятный сопернику. Есть такое? Вот сейчас вот что-то там домысливаете? Да мыслей много. Я думаю, что для них будет некоторые вещи сюрпризом. Вообще, как атмосфера, как поле, как, не знаю, страна? Есть ли какие-то вопросы? С чем недоволен? Нет, нам абсолютно на что не обращаем внимания. И не должны. Мы должны сконцентрированы быть на сегодняшнем матче, на завтрашнем. И даже не обращайте внимания на Матя Елича, знаете, да, о ком я говорю. Забил нам 2 гола и там 4 гола в предыдущих 2 матчах. Знаете как, волков боятся в лес не ходить. Он нам забил каких 2 гола? То есть до этого 1.5 тайма с ним справлялись, никаких проблем, выключали. И за счет ошибок, которые мы допустили, забил 2 мяча. То есть первое, не допускать ошибки. Играть строго, дисциплинированно. И думаю, любому футболисту неприятно, когда с ним играют плотно, четко, жестко, в пределах правил. И это всегда откладывает отпечаток. И футболист распоряется, какой бы хороший ни был. Скажите, в Кишиневе остались трое футболистов: Бижан, Шаухвалов и Драговозов. Причина травмы или из-за игровых кондиций? Нет, это связано. Ребята хорошо тренируются, очень здорово. Но это связано чисто тактически. Мы сюда приехали выигрывать, и нам футболисты, которые в задней линии или середины, нам мало нужны. Да, мы взяли несколько по защитнику, по несколько на линии. Но в основном это здесь находятся нападающие, которые нам нужны будут.